Житейские проблемы славянцев всегда находят свое быстрое и оптимальное решение. Одним из действенных инструментов содействия этому является такая форма работы, как прием граждан главой Славянского района. После отмены карантина приемы граждан снова возобновлены. Если у вас есть нерешенные вопросы, которые требуют содействия местных властей, запишитесь на прием. Глава Славянского района Роман Синеговский и его заместители провели прием граждан, которые пришли в администрацию с надеждой на решение своих проблем. С чем обратились жители в этот раз? Основные темы – вопросы помощи в тяжелой жизненной ситуации, решение межевых споров, получение земельного участка для многодетной семьи, оказание помощи пострадавшим участникам долевого строительства. Все вопросы поставлены на контроль главы до полного их решения. Руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получили от главы района поручение по каждому из обращений граждан. Запись на личные приемы жителей главой Славянского района и его заместителями, руководителями структурных подразделений администрации осуществляется по телефону 4 11 12.